Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу вам такое интересное видео показать. Моя дочка вчера была в гостях у своей кумы, и она попросила у нее на прокат чехол. А чехол она заказала на Алиэкспресс. Это водостойкий чехол, чтобы можно было пользоваться подводные съемки, ну, в аквапарках. Вставляете туда телефончик. Он здесь очень фиксируется плотно. И телефон не повреждается водой. Мне тоже нужно поехать в Косино, а там термальные источники, и нужно сделать пару кадров для вас, любимых подписчиков, чтобы вы это все увидели. И я у нее попросила, и дочь привезла. И хочу вам показать эксперимент. Конечно, я свой телефон не рискую сразу поставить под воду, но рискну поставить салфеточку. Вот салфетка абсолютно сухая. Я ее помещаю в чехол. И сейчас на некоторое время оставлю в воде. Ну, сейчас я расправлю. Вот я набрала в мисочку воду. Сейчас зафиксирую. Надо плотненько шнурочек вынуть. У меня здесь шнурок попал в руку. Во. И зафиксировать вот эти фиксаторы. Она купила на Алиэкспресс. Здесь нужно попасть в пазики. И вот эти фиксаторы повернуть до упора. В одну сторону и в противоположную. И она брала в аквапарк, у нее все было в порядке, с телефоном все в порядке. Они по размерам идут, кому надо больше, меньше. Итак, начнем эксперимент. Погружаем это все в воду. По идее, если салфетка, ну, если где-то есть щель, салфетка будет мокрая. Я оставлю это на несколько часов. Видите, она всплывает. Сейчас я найду что-то, чтобы плотненько. Вот горшок от цветочка. Поставлю. И пусть оно немного постоит. Немножко постоит, и вам сниму продолжение видео. Не хочет держаться. Все всплывает. Ничего себе. Значит, герметичность там хорошая. Будем надеяться, что мой телефон не повредится. Ну, посмотрим. Ждем результата. Прошел час, хочу посмотреть. Мне просто не терпится посмотреть. Интересно, что там произошло с моей салфеткой. Набралась вода или нет? Так, чехол сверху мокрый. Сейчас помещу его в полотенце, вытру. И будем доставать салфетку. Ну, за час, наверное, это не результат. Надо еще немного подержать. Ну, хотя бы посмотреть предварительно. Теперь открываем фиксаторы. Тут колесико такое можно прокрутить. И все в порядке. Достаем нашу салфеточку. И она оказалась абсолютно сухая. Значит, можно брать телефончик и спокойно ставить и пользоваться. Вот на примере этого телефона, мой телефон, на который я снимаю, он немного больше. Я хочу попробовать, как он подключится. Вот, смотрите. Помещаю. Фиксаторы сейчас. Вот так нужно провернуть, вставить в пазик. И здесь так же самое. Провернуть, вставить в пазик и закрыть. И вот, смотрите, телефончик. Сейчас посмотрим, как он работает, реагирует на кнопки или нет. О, заработало. Пленочка пропускает. Работает. Видео. Ну, что мы под водой будем делать? Снимать видео. Ой, темная камера. Ну, конечно, темная, потому что
все работает. Потому что я уперлась вот так. И оно темное. Приподнять камера что с этой стороны. Все нормально. Вот видео. Пошла съемка. Все работает. Пальцы реагируют на пальцы. Все в порядке. Все, теперь будем пробовать этот телефончик опускать в воду. Как тут выключить? Забыла вот сюда. О. Сейчас я его, наверное, погашу. Ну, чтобы экран погас. Я другой моделью пользуюсь, поэтому забыла, где какие кнопки. О! Сейчас будем погружать телефон в воду. Вот в таком состоянии я погружаю свой телефон в воду. Ну, давай, телефон. Ни пуха, ни пера. Видите, я его погрузить не могу, поэтому ставлю горшок сверху. И оставляю на несколько часов. После того, как он простоит в таком состоянии пару часов, я вам продолжение видео сниму. Продолжаем эксперимент. Телефон простоял в таком состоянии 2 часа. Вот по канатику водичка стекла. Надо было поднять канатик. Все намочилось. Сейчас будем доставать. Горшочек убираем. Телефончик достаем. Смотрим, что происходит с телефончиком. Потираем телефончик. Влага, конечно, чуть-чуть попала, мне кажется, да. Проверим, работает? Работает. То есть все в порядке. Можно так пользоваться, только не знаю. Я думаю, что если капли попадут сверху, то удачно. А если так долго держать погруженным, хотя мой телефон выжил, ну, наверное, я не буду советовать долго держать в воде. Допустим, купаться. Хотя сейчас достанем, посмотрим, как здесь открываются эти штучки. И проверим телефон в каком состоянии. Так, работает. Работает все. Влажность чуть-чуть есть. Видите, попала влага на экран. Но я сейчас повытираю. Ему ничего не будет. Все равно очень удачная упаковочка. Я ее возьму с собой. Спасибо большое Алине за то, что дала такой чехол на прокат попользоваться. Все, приобретайте. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.